Так, супер. Мы начинаем игру. Вот игра. Я слегка пропустил то место, где мы были, но не страшно. Сейчас я просто начал запись трансляции, чтобы полностью записывать, потому что до этого была бы проблема. Ну, теперь мы продолжаем дальше наше путешествие. Скользим по пескам. Все для того, чтобы добраться до горы, в которой нас будет ждать что-то непонятное. Бог ты мой. О красоте-то какая. Не думал в жизни, не думал, что пустыня может быть такой красивой. Так, нам сюда, я думаю. Так, волшебные тряпочки. Ого, что это? Забавно. Очень забавно. Так, ну, пошли вперед. Чувиха, подожди меня. Полетели. Забавно. Склон такой. Так, собачка, ты куда пошла? Иди со мной. Забавно. Так, а теперь куда мне? А, я думал сюда. Вперед. Тоже собачку приведет к нам. А смотри, это наподобие как змеи. Статуя. Окей. А? Ничего себе. Забавно. Окей, я хочу еще полетать. Супер. Что здесь есть? Окей. В общей сложности их где-то есть 5 штук. Нам еще 3 остались. Забавно. Наверное, они хотят показать то, что здесь когда-то вместо этой пустыни было что-то другое. Зелень и прочие дела. Так, вперед. Переливается песок. Здесь самое главное созерцать. Забавно. Я хочу полетать на тебе. Окей. Теперь где мы? Что это за звуки? Что это? Окей. Так, собачки, идите ко мне.
Они что, не идут за мной? А, мне нужно туда попасть. Теперь я понял. Еще попытка. Почти. Так. Ну, пошли собачки. А что он за той горкой ждет? Интересно. Полетели. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, где мои собачки? Собачки. Наверх. Ну, я надеюсь, что по крайней мере нужно тут перепрыгивать. Это что, я на правильном пути. Либо можно пойти сюда пешком и посмотреть, что будет. Окей. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Yes. Он застрял. Забавно. Так, чем дальше? Что это такое? А, это вот эти. Тут кто-то не. Кто это? Кто это такой? А, это другой человек. Привет. Ха, забавно. Так, куда мне идти? Как бы я встретил другого путешественника, который так же самое идет к горе. Так а что, почему, непонятно. Ха, мне уже нравится это. Почему она вся сверкает, а я нет? Так, а меня прокатить? Следующее пророчество будем смотреть, что ли?
Окей. Что это может значить? Круто. Вот этот чувак там остался. Фу. Вау. Ты что? Ух. Обалдеть. Вперед! Вау, ну это правда завораживает. Теперь уже здесь более-менее спокойнее. Они помогают мне, кстати, действовать те вещи, которые должны выпускать. Они говорят мне. Ха, забавно. Окей, теперь туда. Такие добрые собачки, ковры, самолеты. Что это вообще такое, я даже не знаю. Вперед! Где-то еще такие есть? Они. Ну что, ребятишки. Идите ко мне. А мне надо наверх, вот туда попасть через них. Достаточно. Значит, мне и сюда можно было бы. А, снова. Ха-ха. Вот это мне нравится. Бью. Музыка, класс.
Вау. И там находится моя цель. А я что-то не хочу туда приходить. Мне и тут хорошо. Красотень. Это кто там? Еще один? Да. Ха, привет. Ну это тоже, кстати, это настоящие люди, а не компьютер. Ну что, мы готовы смотреть на следующее пророчество? Или что это такое, я даже не знаю. Это тот путь, который мы прошли, наверное. Это летающий. Мост разорвался. А, или вот эти квадратики и треугольники это люди? Что-то там произошло на горе. Забавно. Движемся дальше. Вперед. Прикольно. Собачки там. Вперед. Собачки. Что он там делает? А, мы так можем заряжаться от песка. Окей, пошли.
Как будто под водой, и это водоросли. Забавно. Нет, я хочу выжить. Что-то я затормозил. Окей, все, у меня получилось. Ай, да я молодец. Надо уже. Так, пошли. Окей. Вперед. Мы типа заряжаемся друг друга. Что это вообще за место? Черт. Что это было? Я перепугался. Кто так делает? Камни змеи какие-то. Давайте шустрее. Подзарядились. Вперед, вперед, вперед. Ты, конечно, извини, что я так в основном молчу, но у меня просто не о чем. О чем говорить, я не знаю. Тут больше созерцать надо. О, он съел их. Окей. Мне кажется, что лучше не попадаться мне на глаза. Окей. Подожди меня. Нет, 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 нет. Окей, меня убили.
так. У меня уменьшилась эта штучка. Так, понятно. Значит, мне на глаза 10 минут лучше не попадаться. Не хотел бы попасть в такое место. Нет, я не хочу умирать. Просто воу. На этот раз нам расскажут. Они типа умерли? Поглотил их песок. Появилась какая-то молодая. Так, что будет дальше? Мне уже интересно. Воу. Так, куда он? Вперед. Вперед. И здесь тоже.
Забавно. Ой, это как медуза. Смотри. Красотень. Так, а как? Супер. Нашел как. Вперед по медузу. Так, заряди меня. Что там было нарисовано? Хочу видеть, что там было нарисовано. Два таких движется куда-то. Ой, это что? Это как кит. Мы и прилетели. Музычка. Просто слушайте. Так, и мы вдвоем поднимаемся наверх. Где кита ковер? Круто так. И летим сюда. Супер. Теперь что? И мы спускаемся вниз к чему-то. С гор. Практически добрались до верху. Посмотрим, что теперь здесь будет. И еще одно пророчество. С нами, по идее, говорят мертвые, которые умерли в той цивилизации. Оставят историю. Так, посмотрим, что на этот раз. Ты как бы в песках пробираешься через что-то. Вот, это то, что мы проходили. Мосты, летающие эти, спускались, подземелья были, сражались с этим и поднялись наверх. Все для того, чтобы прийти к горе.
что же будет на этой горе. Сейчас узнаем. Теперь закончился песок, начинается снег. Да. Воу. Номер? Да. Он замерз. Эти тоже замерзли. Все умерло. Эти каменные. Их просто их убивают. Не, это просто камни. Черт, я замерзаю. Должны держаться вместе. Ох, что происходит? Нет. О, надо за этим камнем находиться. Согреться возле друг друга можно. Только потом мы можем двигаться. Вперед. Снова. Вперед. Вперед, 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 вперед. Согреваемся. Я не могу даже летать сейчас. У меня просто энергии нету. О, ковер. И потихоньку вперед. Милаха. Так, вдалеке опять эти летающие камни-змеи.
или вот. О, мы уже почти возле стены. А что это здесь? Что это такое? Фонарь согревает. Что? Змеи летают возле замковой горы. Окей. Хорошо, вперед, значит. Только вперед. Чуть-чуть осталось. Давайте. Чуть-чуть. О, нет, только не змеи. Что это было? Так, идем, идем, идем. Только не 5 миль. Так, надо держаться близко за ним. Мы пойдем сюда. Здесь по-любому будет еще один очередной змей. Чую я это. О нет, только не змей.
сильно. Так, пошли. О, нет, только не опять. Бедняга, его изнасиловали. Мы еле-еле уже без сил идем. Даже не особо с ним можем не общаться. Но мы почти пришли. Да, мы же пришли. Нет, не пришли. Там что-то было. А, вот эти. А что это, могилы, что ли? Что значит надо было сделать? Так, опустил конца. Идем, идем. Без сил мы идем. А-а-а. Снова нет, нет, нет. Все, мы доберемся. Опять ветер нас дует. Oh, no. Где я? Где я? Что это такое? Что пошел за мной? Почти наверху. Почему я один? Даже особо сильно кричать не могу.
можно пробираться. Не, я дойду. Я упертый. Хочу узнать, что там находится. Вся паранжа в воде, в снеге, в снегу. Представляю себе, как там холодно. Мне бы это холодрыги. И то, что это сейчас жара здесь. Вот так. Что, где я? Я не понял. Он тоже еле-еле двигается. Нет, ты дойдешь. Не вздумай падать. Нет. Согреемся. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Не вздумай падать. Не вздумай. Еще чуть-чуть. Я что, сейчас замерзну? Я замерзаю. Нет. Нет. Это все? Воу. Ха-ха-ха-ха. Все потеряно. Ну что, гора, мы идем к тебе.
Вот где он. А, нет, не закончилось. Так, где кит? Чуть-чуть, и мы перейдем наверх. Ха-ха, он меня там ждет. У-ху! Ты жив, я жив, мы все живы. Ой, хвостики у нас исчезли. Цели. Так. Последние шаги. И окей. Это, видать, мы.
Они как бы вознеслись. Фу, это забавно. Не, ну... Игра красивая. Я надеюсь, что тебе очень сильно понравилось это. Не очень сильно, но понравилось. Потому что мне как-то хорошо это было. Спасибо всем и пока.